Thank you.
быть недоволен, когда мы выиграли. Хотя не все, так сказать, вещи, которые мы планировали, у нас получились. Но игра уже немножечко становится той, которую мы ждем от ребят. Поэтому, конечно, результат, когда выигрываешь, все-таки оставляет. Главное, что есть в футболе, это результат. Игра, конечно, важна, но главное, что ребята начинают приобретать уверенность. Победа за победой, как говорится. Ну, идем к тому, к чему стремимся. Ну, командная игра, она, как мне кажется, и так никуда не девалась. Просто ребята не били по воротах почему-то. Хотя мы настаиваем, что надо все время. Моментов очень создают много, но не бьют, нету завершающих. Скорее всего, да, наверное, игра за игрой. Но наша цель сейчас не выиграть просто этот турнир, а в плей-офф главное. И поэтому мы идем планомерно. Не так страшно, что есть поражение. Они, может быть, даже полезнее для команды, чем победы сейчас. Но для уверенности хорошо, когда, конечно, но команда приобретает уверенности от побед. Движения, в первую очередь, не хватило. Ну, наверное, определяющий стал нашим поражением. Так, двигались, моменты не создали, глупо теряли игроков. Так, будем работать. Да, в принципе, взяли тайм-аут, чтобы, наверное, больше передохнуть. Ну, и, конечно, поговорили, что надо все-таки стараться то, что делаем на тренировках. В принципе, момент 5-2 не получилось, получилось бы, было бы хорошо. Наверное, игры то, что делали на тренировках.